Приветствую, друзья, у микрофона Дмитрий Феникс. Мы продолжаем проходить эту замечательную стратегию. И у нас будет вторая миссия, называться она будет «Изгиб Рорка». Собственно, брифинг мы вот сейчас уже получаем. Вы можете его прослушать. Мне очень, очень интересно сделали брифинг, очень... Эти инопланетяне здоровые и реально выглядят очень страшно. Очень страшно. Но мы отправляемся на поле битвы. Мы понимаем, что изгиб Рорка, здесь происходит что-то ужасное. Кто это такие напали? Мы еще не... Кто эти третья страна? Не знаем. Мы знаем, что еще есть люди, с которыми еще эта раса не контактировала. Как я понял. Был открыт второй фронт. Вражеские модули приземляются с орбитального корабля. Зная, что безмолвные всегда начинают свои атаки с густонаселенных районов, Барка начинает эвакуацию гражданских на Сумму, недавно достроенных космический корабль. Саруку поручено выследить и уничтожить вражеские посадочные модули, прежде чем они смогут развернуть плацдарм для атаки. Вот так вот. Эвакуация. Aron Saruk, I've rerouted more resources to your location. Some of your heavier ordnance should now be available. Игрушки потяжелее, это интересно. We need to find those landers fast. These farms are our main food supply. If we lose them, our people will starve before reaching safety. Так, ну надеюсь, их не очень будет сложно строить, потому что мы в первой серии очень довольно много времени провели на постройку. А, видимо, еще как разместишь вот этот вот экстрактор, видимо, насколько удачно ты его поставишь, настолько удачно он будет и добывать. Вот в чем еще причина. Вот видите, 10, а если сюда 8. Самый центр экстрактора лучше. Тоже что-то, видите, добывается-то. Травка какая-то. О, вот, провода какие-то, провода идут. Так, карта у нас лабиринт какой-то, так. Начнем с ресурсов. Найти и уничтожить вражеские посадочные модули, понял. Так, построить... Это что такое у нас? Завод. Блин, пока не хватает ресурсов. Мне нравится, как они прилетают, так это начинают там что-то чик-чик-чик-чик-чик-чик делать так. Так, что-то я очень ускорился очень быстро. Я на производство. Так, давайте вниз пойдем посмотрим. Может быть, внизу там есть какие-нибудь посадочные. Ага. Вражеские, да? А, тогда не пойдем смотреть. Тогда будем ждать, пока приостановим вот это. Тут тоже нужно построить. Так, тоже... Каких ферм? Вот этих вот? Ну подождите, угрозу, я тут пытаюсь это самое. Это самое. А вы угрозу. О, я уже могу тут лавину какую-то строить, хранителя. Град. Ливень. Искатель. Ага. Ферму там, ну и фиг с ними. Там экстрактор, не, нифиг с ним. Блин, летает опять. Так, а доступны мне какие-нибудь новые постройки? Стена, например, там какая-нибудь. Это же непонятно пока. Темная карта такая. Здесь, ну, YouTube всегда любит затемнять видео. По крайней мере, у меня так довольно светло, но все равно. О, видите, уже первые апгрейды зданий появились. Так, значит, бронированный корпус или оборонительная способность. А, сами ремонтироваться смогут. Прикольно. Так, ладно. Давайте ресурсы мне быстрее, быстрее, быстрее. Так, завод, ты чё приостановился? Строй мне завод быстрее. Так, паучок какой-то, как будто как строит, так интересно. Так, такая штука, как она еще взлетает, летает. Блин, ну все так интересно они делают.
Так, хранилище у нас есть. Это у нас есть. Now that we can build tech attachments, есть. We can upgrade our equipment. This will give us the tactical advantage we've been waiting for. Вот сюда. Так, исследование. Так, нам доступно, походу, теперь исследование. Это круто, так. Категория для модернизации. Ага, даже танки во что-то превращать можно. Ничего себе, цеха бета. А, подключайте цехи напрямую к той же станции, что и завод, чтобы разблокировать юниты. Для разблокировки некоторых юнитов можно потребовать несколько цехов. Ёлки-палька, Майнкрафт, короче, какой-то. Ну, это в той серии мы Майнкрафтом занимались. В этой будет, надеюсь, полегче. Угу. Уже 4 пристройки. Авиация, стелс-пристройка, артиллерийская. Короче, это мы все помним, как делать. Строим еще один завод. Строим башню на всякий случай. То есть, не так неправильно я начал строить. О! Блин, меня уже under attack. Со всех сторон причем. Unit under attack. Extractor under attack. Harvester under attack. Unit ready. Ой, трындец. Pressing for. Small hub. Мне нужно срочно строить заборы этих чуваков. На заборы ставить. Они там более сильные. Ай-яй-яй-яй-яй. Успею я и армию-то построить. Надо вот здесь срочно оборону поставить. Здесь есть, здесь мне нужен еще один вот такой. Extractor complete. Да ё! Wall under attack. Ты же не можешь на забор ходить? Не можешь. Unit in production. I'm here. Stalker. Короче, ты пока стоишь здесь, а ты стоишь здесь, охраняешь. Ну, чё там, чё там, чё там, где там солдатик-то? Когда? Very nice. Еще забор нужен. Вот здесь. Beginning construction. Unit ready. Unit in production. Так, ты сюда. А как насчет ремонтной станции? Там нет, не? Нет у меня такого еще. Большой завод. Так, минуту требуется. Вот это что такое первое? Вот это что ли? Целый завод можно так, внутри наземные единицы. А можно это сразу как-то... Как-то я не знаю, блин. QVV. Это что, такой код, что ли, какой-то? Какой-то что? Это комбинат. Короче, ладно. Я опять начинаю тупить в этих заводах. Ты. Залазь туда. Ты пошел туда. Еще солдаты мне нужны. Ты сюда. Так, есть маленький, да? Здесь пристройку, значит, делаем завод сюда. Танки сюда. Артиллерия сюда не поместится. Ладно. А чё вы не стреляете с этой стены, дебилы? Так, так, стену построить мне срочно. Unit ready. Unit in production. Factory complete. Wall under attack. Beginning construction. Let's run them down. Confirming assist. Tank attachment complete. Unit under attack. Так, пока вроде все. Wall complete. Удачно. Unit in так, а дверь какую-нибудь проделать можно? Вот так вот, да? Отлично. Wall
complete. Stalker, you have a target. Пошли. Так, мне противовоздушную хрень я еще не могу. Так, вот этих на стены еще разместить будет очень круто. Че не стреляете-то, дебилы? Stalker, check. Target down. Unit under attack. Так, мне нужно... Да куда это можно пристроить? Вообще куда угодно. Unit under attack. Куда это пристраивать? Почему это нужно пристраивать, ёлки-палки, большой завод? Не понимаю я. Так, что здесь? Автоматическая пушка. Unit давай. Ready. 3 минуты на апгрейд. Нифига, что так много. Beginning tank tech upgrade. Unit under attack. Wall under attack. Easy enough. Predator reporting. Gate under attack. Пипец, он достреливает, а они не достреливают. Ну что это за читерство такое? Вот это к чему пристраивать надо, блин. Да чё вы не стреляете с этих стен, ты дебилы? Какие-то бесполезные эти стены. Надо быстрее действовать, а то меня тут зажмут. Так, здесь надо ворота срочно мне. Авиационные стелсы. Что такое стелс быстрый пьют? Сюда. А, вот к чему. Понятно. Короче, армию надо создавать. Столько все хочется построить, но, блин. Не столько ресурсов взять. Так, залп хищника из 4 выстрелов сокращает до одиночно. Команда взрывается, когда их убивают. А это что делает? Лавина получает способности огонь и движение. Wall under attack. Ready for the go. Stealth attachment complete. Стены. Unit ready. Unit introduction. Даем, короче, пока армия. Пока все тихо. Артиллерийский завод я вообще построил его где-нибудь. Так, искатели тут обнаруживают и не используют стелс-технологии растительности. Ну это трындец стреляет, а эти в нее не стреляют. Что за бред? Смысл от этих стен вообще не вижу тогда. Unit under attack. Unit ready. Unit introduction. Yes. Так, стелс. Крепится скрытый разведчик, который не может атаковать противника. Окей, тогда иди и разведай, что он там. Две. Они его увидеть не могут? А, мне их спасти надо. Окей. Ready. It's a go. Unit ready. Unit introduction. Окей, я думаю, две штуки справиться, как нифиг делать. О, артиллерия град. Тут, наверное, что-то крутое. Авиация, что? Такое есть вроде. Танк. Такая хрень у меня есть. Артиллерия, стелс, вот здесь танковый присобачить.
laser attack. All units, this way. Sit. Predators, go. Scanning area, clearing the field. Covering you. Unit under attack. Так, займем с этой стороны сначала. Easy prey. They caught me pretty good. Так, ну что, их спас. Ага, на таких еще две, да, сделать? О, круто, 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 круто. Десант раз спасает их. Блин, чинится как. А, вот, дальнобойтесь, орудие хранить. Чуть тут сколько все открылось. Скрытый снайпер, ёпт. Ну-ка, где артиллерия там? Покажите мне, как работает артиллерия. Развернуть ее как. Не может стрелять с близкого расстояния. Ну давай, стрельни хоть раз. О! Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Так, еще пару таких, пару таких. Так, лавина какая-то доступна. Осадное орудие. О, это интересно. Поддержку такую. Сколько юнитов много? Вообще ужас, кошмар. Так, мне нужны... Мне нужно... Вот такая фигня. Unit ready. Unit in production. Вот так её построить. Unit ready. А я несколько апгрейдов сразу что делать не могу. Например. Beginning economic tech upgrade. А, в каждой по одной могу, да? Или в каждой одну, один апгрейд, что ли, могу вешать? Unit ready. Unit in production. На винтовку, типа, скрытную. Искатель теряет способность скрытности, однако теперь дружелюбный юнит, расположенный в зоне действия, становится скрытными. Короче, в снайпера его превращу. Короче, понятно, типа, модификация войск. Собираем армию. О! Отлично. На разведку. Unit under attack. Formation, we move. Не, здесь мы не пройдем. А, не пройдем. Прикольненько. А, вот все мои апгрейды, смотрите. Здесь вот отображается круто. Очень, очень интересно. А это что за Годзилла? Это, по-моему, та штука осадная. Так. Так, задача еще найти две штучки. Вон стены какие-то. Мочи их. Это что такое? Что это такое? There's dense growth around this lander. We can use that to our advantage. Barrels on target. Siege advance. Keeping a lookout. Everyone, move. Неплохо. Так, идем сюда. Pick it up. Unit under attack. Artillery tech upgrade complete. Taking fire. Check your elevation. Блин, сверху стреляет. Бежим. Ну так нечестно. Стрел, сверху обстрел. Ого. Нарвались, как говорится. Не. Даем новую армию. Две артиллерии. Вот этих ребят побольше. Один этот. Так, вот их чё. О, я базу нашёл. Да дайте пройти. Ужас.
Короче, создаем новую армию. Economic tech upgrade complete. Так, экономика. Мне нужны вот эти хранилища. Сюда. Beginning construction. Unit ready. Unit in production. Beginning construction. Unit ready. Так. Unit in production. Stealth tech upgrade complete. Wall under attack. Еще это что такое? Артиллерия осадная. Осадная по обычным что не умеет стрелять? Unit ready. Unit in production. Жалко, что только один апгрейд complete. Можно вешать. Wall under attack. Unit in production. Avalanche. Keep it moving. Siege advanced. Forming up. Wall under attack. Unit under attack. Everyone? Move. Check that assist. Unit ready. Unit in production. Unit ready. Unit in production. Tell me where to aim. А какого хрена они у меня теперь... Они теперь ходят как-то... О, они когда движутся, теперь в инвизии движутся. Круто. Unit ready. Unit что еще не построил? Я все построил. Давай мне еще пару артиллерий за 300. А есть какое-нибудь ограничение по постройкам тут? Ага, во, все вижу, понял. Всех-всех сюда. Сейчас будем штурм организовывать. Сразу, смотрите, на заводе три разные техники производятся. Выгодно. Так, вперед. Let's pick it up. Go, go. Proceed. Keep it moving. Движемся. Блин, эти леса напрягают. Надеюсь, там эти не начнут сейчас стрелять с горы. Unit under attack. We are receiving a request for aid to the north. Siege advance. Unit ready. Не знаю почему. А, все, unit вижу еще один выживших. Иду к ним. Сдойду. Unit under attack. Not today. Everyone, move. Здесь темно. Let's pick it up. Proceed. To assist. Unit ready. Unit in production. Unit under attack. Clear out for Jasta. Take it down. Ground is clear. Unit ready. Unit in production. Unit under attack. Мне артиллерия уже начинает нравиться. Опа, база. Мне надо было как-то вот здесь, наверное, пройти вот сюда. А, не, мне через этих все равно придется идти. Окей. Где этот особенный хрен, что он делает? Ух ты, бобо. Unit in production. Вот еще авиационный цех я не строил, вот что не построил. А что мне там с авиацией? Very nice. Advance. Siege advance. We're ready. Unit ready. Unit in production. Это у них самолетики эти бесполезно летают просто так. Unit ready. Unit in production. Unit ready. Unit in production. Group instruct. Check. Let's coordinate on this one.
Где же еще третий-то? А это что такое? We've destroyed the first lander. Let's find the other two. Let's move. О, за посадочным модулем мне дали людей. Right, ну, обычно командос это неинтересно, конечно. Here, sir. Everyone, move. Unit ready. А, это как дополнительное задание. То есть основное задание это уничтожить вот эти как раз базы. Ладно, идем все равно спасать людей. Keep it moving. Keeping a lookout. Let's go, sisters. Forming up. Unit ready. Siege advance. Unit introduction. Everyone, move. Check that assist. Barrels on target. Moving to unit assist. Unit under attack. I'm almost on time. Огонь, огонь, огонь. Отлично. Let's pick it up. Здесь спасли, proceed. Да? Check. Unit ready. Loud and lovely. Есть, да, сейчас мне дадут за это людей, отлично. Изи-бризи. Так, эти всех во второй отряд и отправляемся к стенам. Unit ready. Move instruct, check. Hailstorm, moving. Не прикал, тут артиллерия. Check. Yes. Unit ready. Unit in production. Unit under attack. We're ready. Siege advance. Think. I'm getting hit. Not today. Unit in production. I'm in trouble. Unit under attack. Taking fire. Есть, да? Ой-ой-ой, они меня тут застревают. Кстати, неудобно сделали, что они через такие стены. Там большие юниты просто тупо перейти не могут. Это какое будет? Третье ядро, да? Avalanche. О, норм, мне так привезли войск. Unit ready. Unit in production. Avalanche, check. Taking it down. Dog it down. Unleash. Unit ready for instruct. Unit ready. Unit in production. Unit ready. That's the second one down. One more to go. Пара готов, остался еще один. А где же еще один? Наверное, где-то внизу. Yes, everyone. Move. We're on our way. Get up. Unit ready. Proceed. Unit ready. Awaiting instruct. Storm's coming. Точно здесь. Отлично, задал. Нам больше просто по карте пойти некуда, да? Yes. Вот, отправляемся на помощь этим. Здесь больше делать нечего. Hailstorm ready. Unit ready. Unit in production. Unit ready. Go, go! Aaron, an elder, is requesting help in the east. Keep it moving. А как туда пройти? Siege advance. Got your back. Ладно, everyone? Ладно, я еще приду. Coming. Тут let's везде эти right behind столбы сраные. Not here. Not today. Keep it moving. Ready for war. Есть. Идем дальше. Ready. Так, где здесь помочь, что надо? А, siege advance. We're on our way. Everyone, move. Let's pick it up. Bringing the steel. Unit under attack. Easy prey. The farms look clear. They should be safe enough for now.
Так, этих спасли. Да, отлично. А мы сзади базу эту не зайдем. Ну, как здесь все, все-таки старкрафтовская вот эта вот фигня интересная. Где у вас тут база? Это был забор. Может здесь где? Где база-то у вас? Take it down. Right behind you. Advance. Everyone, move. Я немножко недопонял, а где база? Здесь я этих спас. Что, может где-то здесь? All units. Check. Scanning area. Dog it down. Где ты еще? Сарук, I've rerouted more resources to your location. Some of your heavier ordnance should now be available. А ну, вот эти Ready to move. Acknowledged, darling. We need to find those landers fast. These farms are our main food supply. If we lose them, our people will starve before reaching safety. А, все, вот нашел. А, the boy. Идем вниз. We're on our way. Taking fire. Group in strut. Check. En route. Unit under attack. Predator reporting. Very nice. Loaded and ready. Awaiting instructions. Engage my target. Вперед! Target level. Интересные за бортами. Что это такое? Что за травка такая растет? The area is secure. Есть. We need to check in with Central. Иху! Спасли мы эвакуацию эту. I had hoped we would have escaped this part of our past. Are we certain these are the silent ones? There's nothing I've seen today that matches what you've told me about them. Their weapons might have changed, but the result is the same. Our people are dying. I've ordered all settlements to evacuate to the Suma. So yet again, we flee. The Suma will not leave this planet until we secure more catalyst. Вот так вот. Бегут, бегут постоянно. И в этот раз опять бегут. Но непонятный враг на них напал очередной раз. Людей пока нету. Будем ждать в следующих сериях людей. На этом все. Если вам понравилось, ставьте плюсы, лайки. Всем удачи и до скорых встреч.